Еще одним художественным фильмом, запечатлевшим крымскую столицу, стала поистине легендарная советская комедия «Кавказская пленница». Эта мосфильмовская работа режиссера Леонида Гайдая собрала на съемочной площадке поистине лучших комиков своего времени. Знаменитая троица Никулин-Вицин-Моргунов, Владимир Этуш, Фрунзик Мкратчан и Александр Демьяненко – далеко не полный список советских кинозвезд, принимавших участие в съемках картины. К сожалению, в фильме присутствует всего лишь несколько кадров, запечатлевших крымскую столицу. Все они снимались 8 июня 1966 года в районе Симферопольского парка Шевченко. Так в эпизодах картины можно видеть округлую стену завода имени 1 мая, расположенную по улице Войкова, и кованый решетчатый забор, ограждавший в те годы территорию парка. Именно здесь снимались кадры, в которых главный герой киноленты Шурик бежит вдоль стены психиатрической больницы по направлению к улице Севастопольской, после чего садится в раритетную по нынешним временам санитарную машину. Премьера фильма «Кавказская пленница» состоялась в апреле 1967 года. Руководство Мосфильма не особо торопилось с выходом картины. И только после того, как фильм увидел и положительно оценил тогдашний генсек Брежнев, «Кавказскую пленницу» выпустили на экран. Как и предыдущая картина Леонида Гайдая «Операция И» и другие приключения Шурика, фильм стал лидером проката. Обе комедии собрали на своих сеансах более 146 миллионов зрителей.